А что думаешь, то есть, в смысле, что я думаю насчет Сергея Симонова? Ничем хорошим, мне кажется, это не закончится. Ну а разве может что-то чем-то хорошим закончиться, если очень много бухать? Ничем хорошим это не закончится. И я прекрасно это понимаю, да, что там, типа, больше донатов, там, да, больше зрителей, когда человек бухает, почему-то вот так вот это вот работает. И я думаю, что вот, вот он надеется, типа, подработать побольше денег. Ну, а потом-то чего? Лечиться от алкоголизма? Или хер знает, тьфу-тьфу-тьфу, там, я не знаю, откажут почки, хуй знает чего? Я боюсь бухать. Если я бухаю и выпиваю, то один день стал выпивать. Но это было месяца два, может быть, назад. 5 литров пива выпил и все. Хотя купил дня на три. Потом все это вылил. Но мне было спокойнее. Думал, если будет невыносимое это, как ее, невыносимое похмелье, думал, тогда я, наверное, выпью. Но мне было спокойнее. Но для всех людей, у которых проблемы с бухлом, для них всегда проще и спокойнее, когда бухло стоит рядом. Если бухаешь, и чтобы оно рядом было. Вот. Это морально проще. Поэтому, ну, так как-то. Так, а что я там? А, ну вот. Вот что смог, что то сказал. Бухать постоянно и в больших количествах, это потом и деньги не нужны будут никакие.